Почему не подписывает управляющая компания? Потому что без этого блока Ростехнадзор не подпишет. Сроки, значит, подписки Ростехнадзора после принятия всех вот этих процедур 15-20 дней. То есть сейчас вопрос у нас стоит в том, что нет вот этого блока. Жители дома номер 105 по улице Ленина оказались заложниками ситуации. Лифт есть, но на верхние этажи на нем не доедешь. Он ездит, я его принял, он ездит, нормально ездит. То есть его в тестовом работе? Ну, конечно, он в работе, да, он в работе. Но только единственное, нет блока диспетчеризации, он называется правильно. В марте в этом доме производилась замена лифта, потому что старый уже отслужил положенные 25 лет и даже 5 лет дополнительных. Многие боялись на нем ездить, настолько часто он ломался. Некоторые арендаторы, которые снимали на верхних этажах квартиры, просто съехали, потому что устали штурмовать лестницы. И когда жильцам предложили по программе капитального ремонта вместо системы водоснабжения заменить лифт, все с радостью согласились. Начали работать с 27 марта. В принципе, в начале мая он был уже готов. Мы собрали рабочую комиссию, ряд замечаний, которые мы сделали. Они с горем пополам, но все-таки устранили с боем. Но устранили до последнего дня, можно устранить. 28 мая была комиссия. Мы подписали, кроме, значит, управляющей компании. Управляющая компания не подписала акт приемки по одной простой причине. Нет блока диспетчеризации, который предусмотрен по проекту. Саратовский подрядчик заявил, что установит более дорогой, однако он не подходит к новому лифту, а положенные детали у исполнителя просто нет. И вообще жильцы говорят, что изначально подрядчик был какой-то подозрительный. Когда было, что должны, значит, менять лифт, привезли проект дома совершенно другого, 95-го, замена чего, я не стал подписывать ничего. Потом привезли тот вроде бы проект, ну посмотрели, да, что хотя бы менять. Ну а потом, мы же не специалисты, чтобы их контролировать. Есть строительный надзор, который должен их контролировать. Правильно они сделали или неправильно? Контроль за выполнением работ должна была осуществлять дирекция капитального строительства Балаковского района. Но, по словам жильцов, они звонили директору, но тот вообще оказался не в курсе ситуации. В итоге, из-за непонятной волокиты и безответственности саратовского подрядчика, жильцы уже 2,5 месяца не могут пользоваться лифтом. А из-за отсутствия блока им предрекают еще минимум 3 недели страданий. Это в лучшем случае, если деталь доставят в ближайшие дни. Этот дом старый и живут здесь в основном пожилые. Это люди далеко пенсионного возраста, но которые имеют еще дачи. Здесь нельзя, сейчас самоизоляция, они не могут здесь находиться, но на дачу-то они же могут поехать. Вот представляете, с 9-го этажа бабушка спускается с коляской и поднимается, скоро подниматься она будет тоже с коляской, но уже с продуктами, да? Ну, как это делать, как это быть? Поэтому у нас вот крик души за наших пенсионеров. Сейчас ребенок сидит на карантине, бабушка к нам приходит из Кнеси. Ей тоже на 8-й этаж тяжеловато подниматься. Так бы она с удовольствием, но когда приходит, она уже хотели бы куда-нибудь в детский сад отдать. В этом году впервые через фонд капитального ремонта разрешили производить замену лифтов. Но, судя по всему, подрядчики, которых не так уж и много, оказались не готовы к выполнению работ. По крайней мере, данный пример это подтверждает.